Всем здорова, дорогие друзья, с вами Даваска, и что вы творите? Просто, грубо говоря, практически за 24 часа были собраны 1500 лайков, даже больше, которые я просил. Сразу же скажу, что если это видео соберет 2000 лайков, то я одеваю жабу. А почему такая огромная сумма? Потому что это жаба, это самый крупный стример по Free Fire в России. И 2000 лайков, если вы поставите, это будет реально круто, и тогда мы оденем жабу. А теперь, собственно, переходим к ролику. Еще вы меня спрашиваете, что за артер тебе рисовал вот это чудо? А я вам отвечу, ссылочка на него есть в описании, вернее ссылочка на группу. Ведь в этой группе на 1000 подписчиков будет разыгрываться такой же арт. Я знаю, что этот ролик посмотрит 1000 человек, и подписаться нужно всего лишь 500 из них. И кто-то из вас реально заберет этот арт. А если ты хочешь себе такой же, то ты сможешь просто его купить. Цены для таких работ реально низкие, поэтому все ссылочки в описании. Мы начинаем. Так, пацаны, 1500 лайков есть. Даже если нету, все равно я бы выложил это видео, потому что это максимально топово. Итак, у нас аккаунт снова модератора игры Милены Фокс. И что же, давайте соберем сеты. Вот для начала есть 3 эксклюзивных сета на девушку, на мужика. И давайте подберем сеты с такими вещами, которых ни у кого нету. Это будет по одному сету, чтобы вас не задерживать. Мне сразу же интересно, как это смотрится с техником ее штанишки. Вот они. Ну, в принципе, прикольно. И наверх. Звездный генерал тут такое себе, такое себе, такое себе. Угу, угу. Ну. Так, 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 так. Такое, такое. И очки, очки. Давайте маску, что ли. Какую-нибудь. Вот эту маску, чтобы было не видно. И с пропуском. Ну, пойдет. Так, она играет за девушку. Давайте соберем ей максимально сетов для девушки. Шмота у нее очень-очень много. И я хочу собрать прямо такие и яркие костюмы, и более незаметные. Так, я там видел, есть вот такой наборчик. Так, а есть ли у нее что-нибудь красное вместо маски? Так, это с пропуска, нужно что-нибудь другое. Очки, ну очки тут такое себе. Она же у нас девушка видная. Так, масочку оденем. Эту, чтобы не повторяться, штаны. Так, у нее был джекпот огненный. Вот он, идеально подходит. И теперь нужны красные боты. Это с одного набора, но у нас же правило не повторяться. Поэтому не-не-не-не. Во. Так, это тоже с этого набора. Ну, в принципе, можно оставить. Вот, первый сет. Красный, красивый, а-ля какой. И можно вот эти туфли оставить. Даже эти туфли, наверное, смотрятся лучше. Так, ну, а если смотреть... Ну, вот, все, все. Это первый сет. А мы его оставим, видим. Я его заскриню, чтобы ей скинуть. Так, далее. С чем соберем? Как же тут много шмота, аж реально глаза разбегаются. Такой аккаунт прям ко мне в ручки. Так, тут нужны ее боты, которые за модератора. Так, ну прикольно. И штаны темные. Так, с тайного магаза, я думаю, заберем мы штанишки. Где же они, где же они? Так, а где штаны? А я не понял. Либо я не помню, как они выглядят, либо я не помню, как они выглядят. Это одно из двух. Так, ну нам нужны какие-нибудь тогда красные штанишки. А в принципе, можно и вот эти оставить. Так, ну, прикольно, в принципе.
Но все-таки я бы другие боты одел. Боты, боты, боты. А, кстати, вот эти прикольно смотрятся. Ну, хз. Можно... Давайте вот эти оставим, такие сапоги. Вообще не бесплатные, а на или они? Да, не бесплатные. Так, ну, посмотрим, что вообще еще есть. Все, давайте остановимся вот на этих. И наверх, наверх. Наверх я, наверное, я даже бы оставил вот этот причесон. Хотя можно и вот так, а не тут волосы про сквозь костюм. Ля, это фигово. Ну, короче, либо вот эта прическа. Давайте заскриним. Либо какая-нибудь с инкубатора прическа. Ну или с пропуска. Хотя с пропуска мне больше всего нравится. Ушастик. Ну, ушастика тоже, в принципе, можно наставить. Прикольный сет. Так, далее, что я хотел? А я хотел... Так, тут что-то было редкое, прям такое. Я когда делал обзор, увидел, такой, ля, красиво. Так, не то, а где оно? Где оно? Во! Хотя не. Не-не-не. А чё наверх-то? Ну, давайте с ушастиком что-нибудь сделаем. Что уж там. Так, звездный генерал. Штанишки тоже давайте возьмем мимо звездного. И белые кросы. Желательно кеды, они у нее есть. Во! Блин, прикольно смотрится. Я сделаю скрин. Прям топово. Так, ну можно еще что-нибудь поискать. Такая прикольная анимация. Так. О, давайте с этим верхом. О, опа, найс. Смачно, я бы сказал. Делаем скрин. Так. Но я хочу собрать что-нибудь с ее штанами и шортами. А, у нее есть еще и такие шортики. Так, давайте думать. Так, шорты должны максимально подходить к верху. Вот, походу я нашел это сочетание. Так, теперь с верхом осталось разобраться. Вот, все в таком, давайте, фиолетовом стиле. И теперь главное найти идеальные кроссы к этому. Кроссы, ботинки, ну вот, нашли, но мне не нравится. Мне не нравится. Вот еще. Тоже такое все фиолетовое. Валькирия. Во. Наверное, вот на этом остановимся. Все такое красиво фиолетовое. Но вместо шорт можно одеть и штаны. Штаны у нас вот они. Так, ля. И тут вместо этого надо вот эти фиолетовые боты. Во. Такой красивый фиолетовый сет. Наверное, на девушку хватит. Давайте перейдем на мужика. Возвращаемся мы к Мигелю. Прическа есть. Далее очечи. Ну, бандану очечи. Далее по верху, что у нас наверху. Так, ля. У нее много чего открыто, чего открыто, что не открыто у меня. И можно благодаря этому собрать топовые сетики. Так, не-не-не. Не-не-не-не. Хотя давайте оставим эти шорты и просто потом переделаем вверх. Оденем вот эти кроссы, которые ко всему подходят. И во, пантера, топчик. И вверх нужен. Ну, такое себе, такое себе. Так, ну, это full set. Так себе.
топовый верх, но к нему будет сложно подобрать низ. Ну. Так, мы не закончили с тем сетом. Наверное, голову с Джокера тут оставим. Скринить я не буду, потому что она за мужика не играет. Ну вот так, оставляем сет. И переходим уже вот к этому сету. Так, тут нужны штанишки. Именно к этим штанам они... Мало какие штаны подходят. Нет, именно к этому верху мало какие штаны подходят. Во. Так, есть ли у нее штаны выжившего? Но выжившего нет. Печально. Так, пуховые. Ну, пуховые — это классика, которые тоже подходят к большинству вещей. Наверное, тут оставим. Или, я не знаю, вот эти можно оставить. И вот такой фулл сет. Но эти штаны, они с набора, что маска. В принципе. Ну, вот так тоже по приколу так смотрится. Не, это такое себе. Такое. Во! Ля, оставим так. Вот такой сетик еще один. Далее, у нее я видел набор с карнавала. Вот он есть. Так, что можно одеть наверх? Наверное, причесочку такую оставим. Так, штаны нужны зеленые. Для начала посмотрим, вот так смотрится сет. Но тут нужно что-нибудь белое, светленькое. Угу. Такое. Так, ля. В принципе, норм. Вот, еще один сет. Но вот эти крылья, они будут мешаться. Так, еще хочу собрать один сет. Вернее, не собрать, а вам показать. Вот такой зеленый тоже норм смотрится. Но нужно что-нибудь зеленое тоже на голову. В принципе, вот. Не, все-таки вот это, вот эти очки с капюшоном прикольно смотрятся. Я понимаю, что может собрать не каждый этот сет, но все-таки смотрится достаточно знатно. Потому что другое одевать, я не знаю. Так, и давайте какой-нибудь завершающий сет подберем, который смогут собрать большинство. Наверное, так, это джекпот был. Так, давайте перейдем. Кепочка, бандана, она тоже была бесплатная, с бесплатного пропуска. Не помню уже, откуда эта куртка. Так, набор Мигеля. Вот, давайте этот верх оставим. Ну, вот еще вам сетик. Ну, блин, мне не нравится. Нужно что-нибудь другое. А есть ли у нее штаны какие-нибудь к этому жилету? Пуховые? Кто Дезлайн ее зовет? Блин, пацаны, реально много шмота. Вот уже не знаю, что одевать. Поэтому давайте закончим. Потому что реально уже становится сложненько. Поэтому давайте вы поставите лайк под это видео и подпишитесь на канал, кто еще не подписан. А я вам за это кину респект. Всем спасибо за просмотр, всем счастья, здоровья, всем удачи, всем пока. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Ты поставил лайк? Поставил? Не поставил? Чего не пойму? Мне встать? Вот то-то же. Не ставит, представляешь? Нет, я сейчас могу встать.